Да. Вопрос именно в этой мифологии. Она существует фрагментами, то есть отдельно вот эти существа, отдельно друг от друга, или есть какая-то обобщенная стройная система? Стройная система. Она есть. Вы можете обратиться ко всем мифологиям мира, и стройная система существует. И, конечно, человек думает, что он какое-то безнаказанное существо, особенно там в мегаполисе, творя какие-то там добрые дела, злые дела, но на самом деле все это очень отслеживается. Это, конечно, моя какая-то личная теория, и я не... Если я буду вам приносить какие-то доказательства, вы совсем не осознаете сумасшедшие, но тем не менее они есть. Они очень субъективные, но я в этом абсолютно уверена. И, конечно, есть эта система, иерархия, и каждый здесь под надзором. Конечно, иногда можно там скрыть свои навигации, но на самом деле у каждого есть судьба. Да. Но некоторые короткие, некоторые подлиннее. Но на самом деле пространство нас вытесняет. Со временем все больше и больше. И ничего с собой нельзя утащить, эти все это все так. Ну, а такой длинный теоретический спич могу говорить. Но, конечно, нас всех курируют некие силы. Но в данном случае вот у них вот такое было обличие в виде этой героини. Спасибо. Спасибо большое. Пожалуйста.